Привет. Привет, привет. Сейчас как раз дождемся, когда запустят эфир. Привет. У нас сегодня тема будет отрицание – это боязнь себя. Светик, ты чего шмыгаешь носом? А что ты не знаешь? У меня здесь такой лазарет, подруга заболела, у нее дочь недавно переболела, сын сегодня с температурой свалился. Да, я еще сегодня в море так в волну в такую попала, что мне кажется, у меня там такая прочистка была. Привет. Все, ребят, наверное, просто с опозданием в Ютубе тоже, наверное, запустилось, я так думаю. Спасибо. Так, отрицание – это боязнь себя. Сочи затопило. Да ничего, ребят, не затопило. Знаете же, как обычно, там одну улицу где-то там из берегов вышла вода, и все, и у нас уже как апокалипсис сняли, фильм «Апокалипсис». Не знаю, я, если бы мне в личку бы с утра бы не наскидывали бы роликов, я бы даже не знала, что вообще что-то кого-то затопило. Утром поехала кататься на велосипеде, объезжать владение. Ничего, нормально, все уже сухо, ничего нет там, чтобы там где-то стояли там разбитые машины или там, я не знаю, там кровью было все замазано. Нет, такого ничего нет, поэтому, видимо, где-то было, но очень быстро это все ушло. Поэтому ничего страшного. Ребят, кто в Ютубе, пишите тоже вопросы, потому что в Ютубе я вижу, что еще даже трансляция не началась. Почему-то. Вот, поэтому на шмыгание на мое не обращайте внимания, у меня такие процессы бывают. Я сегодня как раз в закрытом клубе говорила ребятам про мои процессы, которые идут сейчас. У меня достаточно такие трансформационные для меня. Вот. И ребята, которые следят там за Инстаграмом, я стараюсь что-нибудь выкладывать там, или в Телеграме. Кстати, ребят, подписывайтесь все-таки на Телеграм, кто не подписался. Потому что сегодня я вот днем в Инстаграм даже с... у меня VPN не подключался. А мне до сих пор пишут, что не знают, какой Телеграм у меня. Вот. Я думаю, что там найдете Лаврова Светлана, и там канал будет уже по аватарке узнаете. Да, я вижу, что запущен на YouTube. Вот. И как раз я говорила, что сейчас такие вот моменты со мной происходят, что... Ну, видимо, такая вот энергия идет, и она прям, ее много, я бы так сказала.
И я понимаю, что как бы на ней, пока я на ней концентрировалась, меня прям вообще колбасилось. Как только я отпустила, я понимаю, что вот она через меня проходит, мне вот как будто бы нужно поры. В Телеграм «Школа автономии» этот канал. Есть «Школа автономии», в «Школе автономии» прикреплена вверху в закрепах, там прикреплен еще канал в «Школе автономии», там просто делятся опытом. А есть еще Лаврова Светлана, там как раз вот эти вот эфиры мы проводили, пока не было Инстаграма. Вот. И там тоже я буду проводить эфиры. То есть когда здесь, когда там, когда здесь, когда там. Потому что не все подписаны, не все могут выходить в Инстаграм, а из Инстаграма не все знают про Телеграм. Поэтому как бы и тут, и там пока провожу. Вот. И как раз вот эта вот энергия, которая, как только я отпустила, у меня вот такое ощущение, что вот у меня идут очень четкие осознания новых процессов, которые запускаются во мне. Вот. И я их, конечно же, тоже буду распаковывать в себе, но на это нужно время. Но чтобы их распаковать, мне нужно еще, чтобы вот эта вот энергия, потому что если я ее не сдую, как бы не спущу пар, то она меня просто расплющит. Ее много, она постоянно, она круглосуточная. И поэтому у меня сейчас такой период, что я практически не слезаю с велосипеда. А кто катался в Сочи на велосипеде, те знают, как это в Сочи. То есть там же горная местность. И там, наверное, вот как я каталась в Гулькевичах, там, то есть в Гулькевичах 30 километров. Ну, наверное, то же самое, что здесь 8 километров, 10 километров, где-то так, если даже не меньше. То есть здесь такая достаточно горная местность. И так тяжеловато. Вот. И я не могу просто слезть с велосипеда. То есть я понимаю, что мне нужно куда-то выпускать этот пар. И я, у меня получается, что в день там по 50, по 70, по 80 километров я наматываю. И у меня уже дети смеются, я приду с велопрогулки, сяду, что-нибудь там поделаю. Он говорит, ребят, я говорю, на велике. Все, они меня уже не трогают, и вплоть до того, что мне уже знакомые друзья, например, там пишут или звонят, говорят, ты, что, говорит, эфира нет, там консультации нет, я говорю, нет, не, ну, приезжай тогда туда, там, говорит, есть парковка для велосипедов, то есть они уже знают, что я на велосипеде. И такой, да, начался у меня период, и как раз у меня руки даже, я не знаю, наверное, с каким-нибудь мужчиной могу посоревноваться мозолями. То есть у меня не только здесь мозоли, но даже вот здесь. Это я в перчатках езжу. Вот, потому что без перчаток у меня бы уже, наверное, тут вообще были там кошмар, что бы было. Вот. Это коротко о том, что сейчас у меня новенького, старенького, не знаю, что сказать. Новенькое или старенькое. Вот, и пришли, что-то, ну, про это давайте не буду говорить здесь в этом эфире, либо в закрытом клубе, либо уже там как-нибудь, может быть, потом скажу, после Эльбруса. Вот, у меня после Эльбруса тоже будет такое, не знаю, насколько смогу я поделиться это вот в открытом эфире, но в закрытом клубе я ребятам точно расскажу, то есть я им говорила, что там будет происходить помимо тех процессов, которые у меня, там еще везут человека, который, насколько оно, как оно отразится на нем, не знаю, посмотрим, ко мне везут человека. Вот. Добрый вечер. Давайте я тогда по теме пробегусь, а если потом появятся вопросы, вы мне зададите. И на Ютубе пишите, и здесь пишите, и я как раз на них отвечу. Отрицание – это боязнь себя. Что я под этим подразумеваю? Что такое отрицание, что такое боязнь себя? Когда вы что-либо отрицаете, неважно, вам это кто-то говорит, либо вы сами себе по каким-то причинам утверждаетесь в
чем-то. Либо вы видите какую-то информацию и ее не принимаете, то это непринятие не потому, что эта информация какая-то не такая, какая-то не та. Это непринятие, потому что в вашем мире нет состыковок с данной информацией. В вашем мире нет того коннекта на данный момент. С той информацией, которую вы услышали, которую вы получили. И если нет коннекта с этой информацией, то вы ее как бы отрицаете, вам она не нужна. Но если вы уберете плюс и минус, если уберете оценочность, у вас отвалится важность этой информации. И вы ее можете просто отложить на полочку к себе, чтобы в какой-то определенный момент, когда вы будете готовы, вы ее рассмотрели, почему на данном этапе вам эта информация была чужда, почему на данном этапе для вас эта информация была неактуальна. И она неактуальна только потому, что внутрь вас она не поместилась по определенным причинам. Она неактуальна потому, что вы не захотели разобраться, почему эта информация ко мне пришла, к вам пришла эта информация. Это самый важный аспект, что хорошая информация, плохая, мы сейчас без оценок, да, глубокая, неглубокая, про то, что вы воспринимаете, не воспринимаете, абсолютно не важно. Но вы всегда должны четко понимать, что эта информация пришла к вам. Если она пришла к вам, то почему вы ее не принимаете? Если она создана в вашем мире, значит, по каким-то причинам вы должны через эту информацию залезть к себе внутрь. По каким-то причинам вы должны через эту информацию что-то у себя достать, что-то вытащить. Причем эта информация может быть абсолютно не та, чтобы вытащить из себя. То есть, например, какой-то дисбаланс с подругой, если мы четко очень осознаем, то мы можем прийти к каким-то таким аспектам, которые абсолютно не связаны никак с этой подругой. То есть мы можем это вытянуть через это крючком, то, что это вообще было, например, к восприятию мужского пола. Ну, у женщин просто такая ситуация недавно была. И когда мы не воспринимаем какую-то ситуацию, мы всегда ее, когда мы ее отталкиваем, мы всегда отталкиваем нового себя. Мы всегда отталкиваем новое осознание о себе. Мы всегда не хотим что-то, какой-то крючок вытащить из того состояния, из того положения, что у нас есть. То есть информация ко мне приходит не просто так, она для меня абсолютно точно. Любая информация, которая есть, это та информация, которая тебе нужна на данный момент, как бы оно ни было, как бы ни говорили, что потом осознаешь, потом это. Нет. По факту всегда она нужна тебе именно в тот момент, когда она приходит. А если ты не осознал ее, и ты себя можешь обмануть, сказать, что потом я пойму, потом я осознаю, потом до меня дойдет. Нет, ребят, по факту вы можете это хоть сколько раз говорить, но если мы будем все-таки по-честному перед самим собой, просто я не вложил столько усилий, чтобы эта информация распаковалась для меня в моменте. Потому как если она пришла, и я не хочу ей заморачиваться, я не хочу в себе ковыряться, почему это пришло, потому что мне это чуждо, мне это не надо, у меня какие-то свои установки, ограничения, шаблоны, еще что-то, хоть что можно сказать. И когда вот это приходит, то это всегда говорит о том, что вы не захотели поднять из себя что-то. Что-то выцепить из себя, что у вас уже есть и уже созрело. Оно обязательно созрело, если к вам пришла эта информация. И если вы не вытаскиваете, то вы всегда просто для себя знаете, будете вы это делать или не будете, то в любом случае вы будете понимать, что вы не распаковались на том уровне,
на котором вас, для вас уже открытым текстом вам это все пространство говорит об этом. И об этом тоже нужно очень хорошо подумать. Светлана, ты очаровательна, тебя смотреть одно удовольствие. Достоин миллиона роз и миллиарда комплиментов. Спасибо, Глысенька. Всегда очень приятно от вас получать комплименты. Когда я не могу принять, я хожу по 3 часа быстрым шагом. Ну да, через физику у нас же тоже как... Через физику у нас очень хорошо идут осознания. Если у нас какая-то информация к нам не заходит по каким-то причинам, мы ее не хотим принимать, то не надо себя вламывать, не надо себя... Говорит, нет, я сейчас буду разбираться, а ты понимаешь, что тебе вот это вообще не хочется, ты другим занят, каким-то приятным делом, а эту информацию просто хочешь оставить в покое. Бывают и такие моменты. Я не про то, чтобы себя ломать, но если, например, вы готовы что-то сделать, но не понимаете, с чего идет эта информация, не понимаете, за что зацепиться, бывают такие случаи, вот я пришла какая-то информация, а человек не понимает, что с ним. Вот мне сегодня пишет человек, вот у меня так-то и так-то, это нормально? Я ему отвечаю, он говорит, не понимаю. Я ему другим текстом отвечаю. Он говорит, вроде понятно, но не понимаю. А с чего начать? И вот когда приходят именно вот такие моменты, очень хорошо идти разгружать физику. Очень хорошо идти там, я не знаю, там, гулять, в спортзал, велосипед, плавание. Все что угодно, и когда физика, она как бы, как кастрюлька, которая выпускает пары, оно когда у вас освобождается от определенного ряда гормонов, то у вас та информация, которая есть, начинает пропускать те нотки самого себя, за которые вы можете зацепиться. Потому что очень четко мы понимаем, вы должны понимать тоже, что когда мы на физике, на физических упражнениях, на каких-то, и, например, на каком-то драйве, там, я не знаю, на велосипеде это подъем в гору, при беге это когда у тебя усталость, и ты такая, все, я сейчас еще. И вот в эти вот состояния, когда вот ты входишь вот прям в какой-то в свой определенный рывок на физике, то первые 12 секунд у тебя мозг не подключается, ты можешь достать этот вопрос, через прохлопывание, ну, лучше всего через плохое прохлопывание, потому что у нас всегда собирается, я вам уже говорила, наши тела собираются от какого-то звука, потом вы уже все, наверное, слышали, что я рассказывала, что когда там что-то падает, что-то еще, такие, хоп, и сразу же раз в моменте, вот. И когда через прохлопывание ты себе в моменте задаешь этот вопрос, то на физике, на таком вот, ох, сейчас еще... Первые 12 секунд – это огромное время для того, чтобы получить свой вопрос, который есть уже в тебе. И вы его вытаскиваете. Самое главное, чтобы вы могли раскрутить это сами с собой. Если не можете, то если у вас есть какой-то друг, близкий человек, еще кто-то, кто вам может по-честному говорить какие-то вещи, не задумываясь о том, обидитесь вы или не обидитесь, то если с ним это будет ситуация, то он со стороны очень хорошо выкрутит эти моменты, которые есть в вас. И это очень хорошо, это очень хорошо для вас, потому что в эту секунду вы стали еще шире, еще глубже, еще больше. Да, не всегда могу посмотреть в глубину, в суть, проще отрицать порой что-то. Да, как же отклик, слушать отклик на информацию. Но она же к вам пришла. Ну хорошо, ну вот отклик на информацию. Как бы какой отклик? Что, о, это не моя информация, это не для меня информация. Это отрицание. Вы не хотите идти туда вглубь этого отклика. Это очень удобно, когда такой отклик приходит. Вот он пришел, и вроде бы как бы, и вроде бы хорошо. Я уже все поняла, я все осознала, это не для меня, это для соседа пришла информация. Я здесь вообще ни при чем. А сосед может ее вообще даже не услышать. Если вы что-то услышали, если для вас что-то сказано, то это только для вас. Привет, Рич.
кое-кто считает, что автономия крайне сложна или невозможна без поддержки людей, то есть в одиночку, особенно в начале. А как? А вы как считаете? А я считаю, что автономия вообще не с того края, вообще к нам заведена. Дошло, Алена, класс. Вообще я считаю, что то, что называется автономией, это вообще говно полное, а не автономия. Потому как, если мы с вами говорим о неедении, да, то это вообще не про то, чтобы устраивать себе голодовки, да. Я уже говорила, что есть некоторые люди, которые зашли через аскезу, либо умереть, либо умереть. Либо умереть сейчас, либо умереть через какое-то время. И вот когда у тебя не стоит выбора уже между жизнью и смертью, уже не стоит выбора между жизнью и смертью, уже стоит выбор между смертью и смертью просто в каком-то растянутом состоянии. И вот в этих состояниях ты можешь перейти в состояние неедения. Но если ты не осознаешь кое-какие вещи, тебя обратно выбросит, как только ты почувствуешь, что твое тело хоть немножко исцелилось, если оно тебе дает достаточно свободно жить, то ты выйдешь из этого состояния, и это уже будет не твое. Захочешь ты зайти, потом не захочешь, это будет достаточно сложно. Я говорю про неедение вообще в другом аспекте, то есть я не говорю, что нужно что-то делать, чтобы не есть. Это не про это, ребят. Сначала я на ретритах к этому сейчас, ребят, буду очень четко подводить, потому что есть осознание, и будет в августе, 21 августа в Сочи трехдневный ретрит, он будет очень жесткий, через осознание себя, которое приходит в неедение. Просто уже испытано, поэтому я говорю, что это будет, это уже испытано. Осознание себя, просветление у нас любят говорить, да? Пожалуйста, как бы, это можно все привести. Либо в сентябре, там я буду, я, наверное, совсем жестко не умею вести, как мне уже, я-то думаю, что я все время по-жесткому там, а мне все равно ребята говорят: Свет, глубоко, да, у тебя, но не жестко. Но очень глубоко. Давайте тогда будем говорить. А в сентябре у меня будет глубокий ретрит на познание себя. И как это происходит? Когда ты себя осознаешь, когда ты пробуждаешься, тогда в тебе открывается состояние чувствования любви. И вот эта вот любовь, когда у тебя идет вот это вот пробуждение, после пробуждения у тебя тогда начинает такое... Это любовь. Но любовь – это не про то, что не про то, что я выбираю всегда себя. Вместо того я всегда выбираю себя. А любовь, она тотальная. Когда вы четко понимаете, что вы не можете не любить вот этого, этого и этого человека не потому, что они что-то сделали или что-то не сделали, а потому что они в твоем поле – это частичка тебя. Ты не любить себя, как мы многие говорим, я себя не люблю. Ты себя не осознал, не любишь, не осознал. После осознания, пробуждения идет вот эта тотальная любовь. И она идет без той любви, которую мы привыкли чувствовать. Это не та любовь, это другая любовь. Это, ну вот я сегодня приводила пример, не знаю, давайте еще раз такой пример приведу, потому что... чтобы не ковыряться. Вот у вас есть рука, но у вас же нет такого, что вы ее любите или не любите. У вас она тотально ваша, вот просто тотально ваша, это ваша. И вы за ней просто ухаживаете, вы ее холите или леете, не потому что вы ее любите или не любите, не потому что вы ее там постоянно... А потому что это частичка вас, это тотальная частица вас, а вы тотальная частица вот этой руки. И она априори уже не может быть для вас плохой или хорошей. Она ваша. А, ну, я уже не говорю, да, вот про эти красивые, некрасивые навязанные критерии, мы их рассматривать не будем. Здесь уже люди на другом уровне, все вы смотрите, которые уже вот за эти мелочи не цепляются. Вот.
И здесь получается точно так же тотальная любовь просыпается к тому, что есть вокруг тебя, потому что ты четко понимаешь, что тот мир, то есть у тебя же перепрошивка идет полностью, ты настолько перепрошиваешься в самом себе, точка сборки настолько она уходит у тебя в иное состояние самого себя, что весь твой окружающий мир, он полностью меняется, он полностью разбирается и собирается по-новому. И он собирается именно тем молекулярным составом, не побоюсь этого слова, твоим, какой ты. Вокруг тебя будут только те люди, которые будут тотально твоими. А ты будешь тотально их. И здесь нет вот этой любви, там, я тебя обожаю, я там все для тебя сделаю, я вот в это. Это просто ты, всегда ты. И вот когда просыпается вот это вот, через вот это вот осознание, пробуждение, через тотальную любовь к самому себе, ты сам есть все, что вокруг тебя выстроилось, то тогда у тебя идет четкое осознание того, в какую игру ты больше не хочешь играть. И, как правило, отпадают все те игры, которые искусственные. Одна из искусственных игр – это еда и питье. Это искусственная игра. И она просто отваливается. Вот что значит переход. И когда у тебя идут эти процессы, в этих процессах, как только ты устаканился, ты уже четко понимаешь, какой процесс идет самого себя, чтобы перейти в состояние вечности в этом физическом теле. Только после этого это все пошагово идет. И как раз в это, на ретрите я и буду вот эти моменты все рассказывать. Мы их и будем прорабатывать, доставать из самого себя. И я это говорю не потому, что что-то, а потому что уже есть люди, которые... у которых отвалилась игра в еду. Не потому, что они пришли, потому что у них там... И она, когда отваливается, там, ребят, уже нет такого. Ой, а это ты хочешь или нет? А у тебя еще есть вот это желание? А у тебя а какая у тебя интоксикация идет? Нет никакой интоксикации. Нет слабости. Нет привязок к какому-то продукту. Просто это... Вот вы когда наигрались в какую-то, я не знаю, в монополию, вы сидите, играете родственникам там, год, два, три, пять. А потом вы понимаете, что как бы все уже настолько обрыгло, я пошел. И ты начинаешь уже не в карточки играть в монополию, а уже в другую какую-то, в более живую игру, там еще что-то. Ты понимаешь, что ты начал жить, что тебе не нужно сидеть в помещении на корточках, там, я не знаю, передвигать эти фишки. И когда тебя спрашивают, а ты что, не вспоминаешь про эти карточки? Ты думаешь... В смысле? А зачем про них вспоминать? Ну, это как бы был мой период жизни. Для чего мне вспоминать то, что сейчас у меня уже другое? Я как бы живу не воспоминаниями, а жизнью. И у тебя вот это начинает проявляться. И тогда вот в эту игру тебе уже не хочется там... У тебя нет этой интоксикации, тебя не начинают там, ой, мне так плохо, вот у меня четвертый день, руки не поднимаются, там голова болит, все трясется. Это же трясется, потому что голод, потому что очищается организм. Но это не едение, оно открывается само собой после пробуждения, после тотального пробуждения через любовь. И тогда вы понимаете, что вы в этом физическом теле можете спокойно идти в вечность. И это другие процессы, когда ты четко понимаешь, даже брать вторую половинку, когда ты очень четко понимаешь, что есть вторая половинка, твоя, ты ее очень хорошо прочувствуешь, у тебя она просто выстрелит. И неважно, эта вторая половинка занята сейчас или не занята, ты не дергаешь там его из семьи, к примеру. Потому что есть такие моменты, когда говорят, ну вот вроде бы люблю, но как бы он же замужем, там он же, она же жената, ой, как она называется, ну короче, он женат, она замужем, да. Никто никого не дергает из семьи, никто никому не ставит условия, потому что у тебя прощелкнуто, ты четко понимаешь, что какая разница, через сколько мы будем вместе. Через 10 лет, через 50 лет, через 150 лет ты четко понимаешь, что у тебя становится другой период твоей жизни проживания. Тебе не надо никого дергать, ты просто тотально, знаешь, и живешь своей жизнью, зная, что вы встретитесь. А
если у тебя просчет, но я уверяю, что и другого человека на определенном этапе, как только он подтянется, осознает, и его прощелкнет. Потому что на этом, давайте назовем земном шаре, да, у нас у каждого есть половинка. Не две, не три, не пять, не 25, одна. У каждого одна. Это та энергия, через которую, когда мы соединяемся, закручивается то цельное. Когда мы становимся, когда мы становимся цель, когда мы открываемся, когда мы пробуждаемся, когда мы принимаем эту любовь в самом себе, мы открываемся, светимся как маячки для второй половины. Это уже другая тема пошла. Я вам опять рассказываю уже не про то, про что начала рассказывать. Как обычно. Давайте сейчас вопросы. Пятый год я в этом состоянии, но она все меньше и меньше. Почему так? А в каком состоянии, что меньше? Не понимаю. Кто она все меньше? Круто, про любовь и искусственная игра. Угу. Так. Витя, ответила я на твой вопрос. Пишите, ребят, еще вопросы, какие есть у кого. Вот. Как пробудиться? Пробудиться. Я не могу сказать, как пробудиться в одном. Пробуждение, оно в любом случае начинается. Как бы, куда бы мы ни ткнулись, куда бы мы ни пошли, самый простой способ, чтобы себя вывести в состояние пробуждения, в состояние осознанности, это убираем. Плюс-минус, это убираем оценочность. Я это говорю постоянно. Оценочность – это платформа важности. Как только мы убираем оценочность, у нас отлетает важность. Как только у нас отлетает важность, то у нас становится тотальное принятие момента. Нас не начинает кидать в прошлое и будущее. Мы начинаем быть здесь и сейчас. И вот это вот тотальное принятие момента, когда оно наступает, тогда мы уже можем очень четко отследить. Вы можете отследить, когда люди начинают говорить: о, безмыслие, как быть безмыслие, безмыслие невозможно быть столько-то, а возможно вот столько-то. Ну, короче, всякие разные варианты. Я могу сказать, что мысли, они вообще не нужны нам. Мы можем абсолютно хорошо и великолепно жить без мысли. Это я могу уже сказать абсолютно точно. Что такое мысль? Как только у нас возникла мысль, как только мы за нее зацепились, за мысль, если есть мысль, значит, мы уже не в моменте, значит, нас выбросило из момента, нас выбросило обратно в нижний мир самого себя. И мы начинаем крутить и раскручивать ту колесницу, которая у нас в голове. Это не про жизнь, это про мысли. Мы тогда начинаем жить в мыслях, жить в тех вариантах, в тех событийных вариантах, которые сами себе придумываем. Это уже не жизнь, это не прочувствование. А когда вы научаетесь жить в моменте через чувствование и через любовь, то вам эти мысли не нужны. То есть чувствование, оно проходит, просто оно есть. Вы начинаете жить каждый момент. И тот событийный ряд, он приходит. Он приходит, как бы мысли за ним даже не успеет. На каком-то этапе вы же будете понимать, что «О, я еще подумать не успела, а это уже пришло». И вы будете понимать, что только через чувствование это идет. То есть ты как только чувствуешь, что тебе через чувствование, что где-то вот твое вот здесь, вот тебе вот это захотелось, ну, ты даже захотелось такое грубое слово, но тем не менее, оно сразу же будет осуществляться не через голову, не через мысль. Когда ты себе начинаешь: мне это надо, потому что, и тры-ты-ты-ты-ты-ты, и уехала. Куда уехала, хрен его знает. Вообще не про это. Мне поставили диагноз, я исцелилась и пробудилась.
Здорово. От чего пробудилась? От спанья. Да хоть от чего. Да, ответили, благодарю, я слушаю. Существуют ли психические расстройства у неедов, анорексики, анорексички почти не едят, но психически, по всей видимости, не очищаются. Так анорексия – это же психологическое заболевание, это же не про то, что человек там вообще пробудился и понял, для чего ему не есть. Это очень четкое, достаточно серьезное психологическое заболевание, которое лечится через жопу, я бы сказала. Но вообще, в моем понимании, наверное, я бы другой подход сделала. Вот. А неедение, я уже сказала, то есть неедение, оно приходит, если мы говорим о тотальном неедении, то есть вот если вы возьмете людей, которые очень долго не едят, они вам уже не будут рассказывать про неедение. Это не актуально, они уже понимают, что это жизнь вообще не про это. Они будут вам говорить про другие вещи. И не будут делать акцент, чтобы вы не начали голодать. Чем больше вы идете в осознание себя, тем больше у вас отваливаются игры, неважно какие. Чем больше вы начинаете играться в игры голодания, я сейчас перейду на автономию, а вас не выпустит эта игра, вы все, вы погрязли в этой матрице. Вы будете голодать, вы себе таких же голодальщиков найдете, вы будете совместно проводить вот это «давайте вместе встретимся и будем автономить 2 дня». Вы вообще о чем? Уберите это все. Оно придет, как только вы вот эти вот пункты пройдете, самостоятельно, либо с кем-то, неважно. У вас эта игра отвалится за ненадобностью. Вот что такое жизнь без еды. Никогда вы начинаете голодать, истязать себя и думать, что эти каскады, после каскадов нажираться, там, я не знаю, там, пельмени с коньяком, там, все, это последний день, завтра не ем. Это вообще не про это. Как только вы это отпускаете и убираете, идете на познание себя, потом у вас уже просто эта игра будет вам неинтересна. Кайф вас слушать, благодарю, мне очень приятно. Иногда мне что-то говорят, а я чувствую, как поднимается агрессия и следом отрицание сказанного. Это я в себе не принимаю что-то, себя не принимаю. Злость на себя получается. Да, это может быть злость на себя, и может быть, знаете, очень часто такое бывает, как многие говорят, посмотри, вот этот человек тебя раздражает вот таким-то моментом, потому что это есть в тебе. Не всегда, ребят. Может быть, этот человек раздражает тебя вот определенным моментом не потому, что это есть в тебе, а потому что он себе это может позволить, а ты не можешь, и ты от этого бесишься. Ну, например, я не знаю, там идет дама вот огромнейших размеров, и идет, не знаю, там в каком-то коротеньком платьишке, и у нее прям весь живописный целлюлит, прям, я не знаю, там за километр видно. И она идет и от себя кайфует, и тебе такое, фу, идет, господи, хоть бы прикрылась. А по факту-то что происходит? По факту происходит то, что ты, блин, свои красивые ноги показать не можешь, потому что там волосинка вылезла не там, где ей положено. И ты сразу же одела длинную юбку, и ты идешь, и внутри ты даже не чувствуешь, что ты раздражаешься на саму себя, что ты не можешь себе позволить то, что смогла она позволить. А ей кайфово от этого, ей вообще срать на всех. Она просто идет и кайфует не потому, что она хочет кому-то что-то показать, доказать, рассказать, а потому что ей не жарко. И все, и она вот так вот ходит. А ты бесишься не потому, что она вот такая вот вся некрасивая тут оголилась, а потому что ты так не можешь сделать. Такие моменты тоже есть. Непринятие – это не потому, что в нас это есть, а непринятие может быть потому, что он себе может позволить, а я не могу. И ты начинаешь на это злиться. Злиться-то на самого себя, по факту, если разберешься, что он может это себе позволить, а я нет. Я забываю, что надо есть, значит, это нормально. Абсолютно. Да. Ох, сейчас попробую по свету. Как вы... Зуб...
Не, я не могу прочитать. Сделайте переводчик. Через переводчик наберите что-нибудь и выставите через переводчик вот комментарий. Моника, я не могу. Сколько? Касса. Нет, не могу это прочитать. Задавайте вопросы, ребят, еще поотвечаю. У нас еще есть время. Это для всех или есть те, кто не готовы? Типа нужно дорасти. А вы уже сами смотрите. Тут как бы нет такого, что нужно дорасти. Мы вообще все на одном уровне стоим. У нас нет, что кто-то на каком-то уровне выше или ниже. Нет, мы все на одном уровне. Просто кто-то это осознает, а кто-то нет. И здесь же другой вопрос. Кто готов поменять себя, кто не готов? Кому-то может быть кайфово. Вот он живет вот в той атмосфере, то есть он ходит на завод, он по пятницам пьет пиво. Они с друзьями там, раз в месяц выезжают на шашлыки, едят там, не самое лучшее мясо, с не самым лучшим кетчупом и майонезом, и его это устраивает. И кайф? Не надо его менять. Ему так хорошо. Это не хорошо и не плохо для нас. Это просто факт, что так живет человек. А если ты считаешь, что ты хочешь поменять все в себе, то просто едешь и меняешь. Берешь и меняешь. Не надо, нет такого, до чего-то дорасти. Где та планка, где тот критерий, до чего нужно кому дорасти? Нет его. Я придумаю одну планку, ты придумаешь другую планку, третий придумает третью планку. По какой планке равняться будем? Ни по какой. У тебя всегда есть только твое восприятие. Ты готов идти, ты готов все изменить, ты готов переделать, вообще все разрушить, то, что ты собирал годами. То, что ты вокруг себя строил. Готов ли ты вот это вот все просто в один момент, в 3 или в 5 дней просто прохерить? Сказать все осознать просто, что ты другой, что тебе вот это вот оно не надо. Готов ты это или нет? Это уже другой вопрос. Судьба человека предписана или нет? Смотрите. Оно как дерево, то есть смотрите, пойдешь, у тебя всегда есть выбор без выбора, то есть всегда есть, либо туда пойдешь, вот там еще вот так вот, и вот так вот получается, и здесь точно так же. То есть всегда на каждом этапе своего восприятия ты всегда выбираешь тот путь, у тебя выбора нет, ты уже четко знаешь, какой ты выбрал. И ты по нему идешь, либо ты себя в определенный момент меняешь точку сборки и идешь по другому пути. Вот это есть. Кто такие дети Индиго? Не существует или это миф? Существует, да, существует. Существуют дети Индиго. Это те детки, у которых клеточное свечение полностью открыто, и у них базовые настройки, они раскрыты. То есть их не нужно перепрошивать. И есть такие люди, которые вот есть, например, там, кнопочный телефон, а есть там уже, смартфон, да? И что бы ты ни сделал с кнопочным телефоном, его не перепрошлёшь, чтобы он был смартфоном. Он изначально кнопочный. Есть и такое. То есть есть такие люди, которых ты четко понимаешь, что их не перепрошить. Они уже вот такие вот, у них уже это устаканилось. И они даже бывает говорят, что «я хочу это сделать». Задаешь пару вопросов, которые даже они не осознают, может быть, что ответили. И ты понимаешь, что нет, он не перепрошьется, он измучается. Он измучается, и ты будешь видеть его вот эти вот мучения, что он себя будет корить за то, что вот все вот так вот делают, и со мной работают, и у меня нет этого результата. Есть, их мало, но они такие есть. И лучше этим людям просто сказать, что кайфуй. Просто кайфуй, что у тебя есть. Может, у него перещелкнет, а может, не перещелкнет. Но вводить его в состояние вечного стресса, что у него что-то не получилось, что что-то до него не дошло, я считаю, что это не актуально. Так. Иногда бывает, еда отваливается, но психика не выдерживает. И лопаю снова. Как увидеть тонкий план?
Иногда бывает, что еда отваливается. Еда отваливается на какой-то промежуток времени, когда телу нужно почиститься, и она бывает отваливается. Когда, если психика не готова, значит, вы еще не перешли в уровень самого себя, где неинтересна эта еда. Поиграйтесь в эту игру, наиграйтесь, прочувствуйте, прямо углубляйтесь, ныряйте в это состояние. Не идите через... через какие-то аскезы. Вот такое состояние случилось, кайф. Значит, вам нужно что-то осознать, что-то нужно еще увидеть, что-то еще нужно. Вот осознавайте, прям вот ныряйте, ныряйте в это состояние. Каждое состояние, оно кайфовое. И если мы будем себя ругать за какие-то проделки самого себя, то мы будем всегда виноватым ребенком перед самим собой, и мы не выйдем на уровень, на уровень истинности, потому что как только мы в себе будем растить этого ребенка, нам нужно будет потом из ребенка перейти во взрослого, и это следующая игра. Откидывайте эти игры. Вы не можете быть плохим либо хорошим, вы уже просто есть. Какой вы плохой или хороший? Вы есть. И все, и просто вот углубляйтесь внутрь себя, не надо себя оценивать. Как увидеть тонкий план? Он открывается на определенном этапе. Открывается, и вы видите, он не один тонкий план. Что значит углубление? Углубление, но смотрите, вот, например, кто-то написал, да, вот меня, вот, например, люди раздражают. Вот когда раздражает что-то, не думайте о том, что зачем мне это раздражение, почему я раздражаюсь. Ныряйте в раздражение. Как бы тебя это раздражает, вот прям вот бесит, а ты прям уходи туда, вот как будто ты вворачиваешься внутрь, не выворачиваешься, а вворачиваешься вот в это вот, в это раздражение. Попробуй прямо вот без каких-то лишних вопросов, без чего-то, вот прям вворачивайся в это состояние и прям ныряй. И чем дольше, глубже ты нырнешь вот в это состояние, тем больше оно у тебя, ты поймешь, что вот этого состояния раздражения, его нет, оно растворится. И когда ты этому научишься, то у тебя будет моментально, то есть тебя кто-то раздражает, и раз так, раздражения нет. Ты сразу же, ты можешь в моменте это отслеживать, и ты не будешь раздражаться, потому что раздражение, по факту, его не существует. Оно существует только тогда, когда ты мозгом зацепился за это раздражение. Мозгом зацепился за это раздражение, и у тебя пошли вот это вот рефлекторное все вот это вот в теле. И ты все, ты такой весь, я раздраженный, я злой, все, ноздри кипят, там весь такой. А по факту этого состояния нет, ты просто себе полностью вот эту вот картинку, целый паровоз себе придумал и все, и затянул за собой. Ты устанешь даже от этого состояния. Если бы ты заново начала, как бы ты двигалась, что изменила? Я бы ничего не изменила, потому что я пришла к тому, к чему я пришла, и это для меня это здорово. Потому что если бы я что-то изменила, возможно, что-то во мне было бы не так. Так, может ли неоценочность перерасти в равнодушие? Нет. Безоценочность – это не равнодушие. Равнодушие – это, опять же, равнодушие – это завязано на душевности. Это вот так хорошо, так плохо. А равнодушие – это как бы ай-яй-яй. А безоценочность – это просто, когда ты принимаешь это как факт. Оно не хорошо и не плохо, это не равнодушие, это просто факт. Ты можешь участвовать в этом факте, показывать, если тебя попросят, вот расскажите мне вот это вот. Ты можешь участвовать в этом факте, рассказать свою точку зрения, рассказать, описать свою позицию, свое чувствование. Ты можешь тотально в этом даже участвовать, но безоценочно. Это другие состояния. А когда равнодушие, тебе уже ничего не хочется. Значит, если судьба – это выбор, то можно влиять на выбор других людей с помощью слов. Как только ты влазишь, сейчас не дочитала вопрос, как только ты влазишь в судьбу другого человека, ты теряешь себя моментально.
Нельзя, если тебя никто не попросил, нельзя никому ничего рассказывать, навязывать, влазить, лечить, говорить, направлять, наставлять. Нет, как только ты этим занялся, все, ты вышел из своей воронки. Ты вошел в его воронку, тебя нет. Сразу же запомните, ребят. Поэтому не просили, не лезем. Например, я про неедение узнал от подруги, она считает, повлияла на мое мировоззрение. Не она повлияла. Она тебе сказала ту информацию, к которой ты был готов. Или она это и есть я? Что? Вот, как раз ответила. Так, а с желанием есть так можно нырять? А есть это не желание, это эмоция. Это другое. Эмоцию, пока ты не распакуешь, эмоция распаковывается, но ты вот ее распакуешь. Почему она? Что я могу? Ты ее можешь даже распаковать до такой степени, что ты можешь четко понимать, что вот эту эмоцию я могу получить не от этой еды, а вот от этого. Но ты получать от этого не будешь, потому что смотрите, что такое эмоция еды. Это моментально. Это тебе не нужно что-то заморачиваться. Магазины стоят на каждом углу. Кто живет в доме с едящими, еда всегда есть. То есть это мгновенный результат. А если ты найдешь, чем заменить эту еду, то тебе нужно, прежде чем ее заменить, тебе нужно выработать в самом себе еще привычку, чтобы ты ее заменил. И это не просто заменить. Если, например, еда это, я буду есть это, столько-то минут занимает сходить в магазин, столько-то минут занимает приготовить, столько-то минут занимает поесть, столько-то минут занимает убрать со стола, столько-то минут занимает. И, например, это занимает там 1:20. Ты должен найти занятие, которое будет тебя эмоционально также удовлетворять, которое будет входить в 1:20 плюс-минус 2 минуты. И если это час, то у тебя на эмоциональном уровне будет недостаток, недогон. Если это будет 1:40, то у тебя будет передоз. Это не войдет ни в какие в твою картину мира это не ляжет. И как бы оно хорошо ни было, какой бы заменитель хороший ни был, у нас устроено уже так наш образ жизни многими годами. Поэтому я говорю, что через осознание лучше, через осознание проще эту игру брать, чтобы не менять одну игру на другую, потому что очень четкие рамки. Это я вам просто как бы в двух словах сказала, а если это раскрывать эту вот всю вот эту вот мышиную возню, то она будет вот такая. Вот это вот я, если бы я раскрывала это еще на 2 эфира, как эта замена происходит. И ее достаточно трудоемко заменять. А если вы просто уберете эту игру, она будет вам неинтересна. Было ли у вас желание уйти из социума единицы? О, конечно! Что? Сколько раз? Я иногда себя прям отслежу. У меня сейчас такое желание, что обратно переехать в свой любимый маленький городок. Я иногда думаю, что хочется обратно там выехать. Выехал на ретриты, выехал на какие-то мероприятия и обратно туда, где тебя не дергают, потому что очень много вот этих всяких осознаний, с которыми ты сам с собой. Я очень много нахожусь одна, потому что очень большие процессы идут внутри меня. И я понимаю, что я очень много нахожусь одна, почему бы мне тогда не пожить в маленьком городке, где меня мало кто будет дергать. Иногда есть такое, да. Очень часто, и сейчас я нахожусь в таком состоянии. Так, давайте, ребят, последний вопрос, потому что у нас время заканчивается. Все, я ответила на этот вопрос. У вас всегда были такие белоснежные зубы, или они регенерировались как-то раз? Нет, они всегда были белые. Это генетически. У меня у папы были белые зубы. Вот. И как-то вот они всегда такие. Это мне повезло. Вот. Ребятки, спасибо огромное за ваши вопросы. Просто было с вами очень приятно, и время пролетело незаметно. Чтобы осознать, что самый важный момент – внимание или организовываться.
Смотрите, в четверг будет эфир на Автополстаре, и я как раз раскрою как раз тему момента, что такое момент, и когда мы выходим из этого момента, что нас вытягивает. Потому что сейчас мы не успеем, мне нужно сохранить эфир. Все, ребятки, благодарю, спасибо огромное. Было с вами очень приятно, прям обнимаю.